В Югре обсуждают состояние межнациональных отношений. В рамках стратегической сессии югорчане вместе с экспертами из Всероссийского центра изучения общественного мнения, администрации президента России и Федерального агентства по делам национальностей приступили к комплексному анализу ситуации в сфере этноконфессиональных отношений. На основании проведенных исследований участники мозгового штурма разработают проекты для решения выявленных проблем. Часть из них будет реализована уже в этом году, остальные в следующем. В частности, сегодня эксперты обсудили вопросы адаптации иностранных граждан и взаимодействия их с работодателями, а также сконцентрировали внимание на поиске новых подходов в подаче темы межнациональных отношений в медиапространстве. Это мероприятие в формате таком подобном мы проводим второй раз. В прошлом году мы выработали предложения, и вот как раз сегодня обсудим, насколько нам удалось их реализовать. Ну и, конечно же, хочется, чтобы у нас появились новые мероприятия, новые идеи, которые мы будем в муниципальных образованиях с вами реализовывать. На стратегической сессии представители представили лучшие практики по развитию межнационального сотрудничества, реализованные югорчанами в 2021 и 2022 годах. Так, представители Нефтеюганского района презентовали проект «Диалог регионов. Амбассадоры культуры». На официальной странице местной администрации в соцсети ВКонтакте был запущен челлендж под хэштегом «Югра на Северном Кавказе». Жителям округа предложили размещать фото и видео из своих путешествий на территорию Северного Кавказа, рассказать о людях, которые они встретили, и продемонстрировать их гостеприимство и уникальные традиции. На сегодняшний день опубликовано больше 30 постов, которые набрали свыше 40 тысяч просмотров. Проект показал свою востребованность. Вот. У нас участвовали не только поселения Нефтеюганского района, но и нас поддержали муниципальное образование Югры. У нас есть такая идея в следующем году попробовать другую культуру запустить. И еще хотим очень мероприятие такое провести, лаборатория межнационального взаимодействия. И уже нашим общественникам района предложить найти новое прочтение этого проекта.